подготовка к отправке, заброска. Страшного 120. Большой рюкзак. Лучше посмотри. Слушай, это фирменный ведь рюкзак, да? Ну вот он, они недорогие. Ну, объемный. Разведка называется. Называется «Пошли в разведку». Накопаемся от души. А сегодня какое? Четвертое? Четвертое ноября. Сегодня праздник, да? Какой? День единства. День народного единства. Не абы как. Да. Вот сейчас и... Да. Не, ну как? Может, лопаты-то вы оставите тогда? Как это? А чем тогда, да? А чем от медведей отбиваться будем, от волков? Да. Пошли. Прохладно. На слияние с Адуем. С шайтанки. Как надо. Шайтанку, ну, наверное. Шайтанки. Да, шайтанку снимем. Помочь, Андрич? Все, в путь. Шайтанка. Холодновато, конечно, для разведки. Но, как говорят, охота пуще неволи. Скользючая. Это брод. Шайтанка. Воронина. Другого. Дом Забнина, столько лет стоит. Дорога на Колташи. Вот немного небо, тучки расходятся. Может, ребятам повезет. Хорошей погодой, хоть бы солнышко. Ну вот, что и требовалось доказать. Поля колташинские не паханые. Можно разворачиваться. Thank you.
Тут и не видно, чтоб ловили. Главное это насверлиться. Это что-то притих тут сидит. Ну да ладно, поедем дальше. Горячие русские парни. Ветер, холодно. Я говорю, горячие русские парни. Здорово, ребят. Извиняюсь за опоздание.